Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас всех на своем канале! Хочу вам показать, как зарос у меня аквариум. Я не прикасалась к нему. Ну как, водичкой подменивала, я имею в виду растения, не пропалывала. Но где-то, наверное, месяца два. Вот сегодня я займусь чисткой аквариума и прополкой растений. Уже стекло немножечко тоже уже водорослями подзаросло. Немножко есть на стекле водоросли. И сам аквариум весь какой, посмотрите, заросший, заросший, заросший. Что по поводу водорослей? Кладофора ушла, кладофоры больше нету, а вьетнамка осталась. Вот вьетнамка есть, но я с ней никак не борюсь. Просто там отрываю иногда там листья, что-то делаю так потихонечку. И все. Вот в таком состоянии сейчас аквариум у меня. Сделаю прополочку, потом покажу, какой будет аквариум потом. Я сейчас сменила удобрение. Теперь раньше я лила удобрения магазинные, а теперь я делаю сама удобрение Ермолаева. Когда-то давно в других аквариумах я также лила удобрение Ермолаева. И сейчас я решила сделать то же самое. И вроде бы как бы растения себя при этих удобрениях хорошо чувствуют. Мне кажется, даже лучше растут, чем когда я лила магазинные удобрения. Я не знаю, может быть, мне так кажется, но у меня такое ощущение. У меня в аквариуме сейчас появилось очень много креветок. Помните, у меня был падеж креветок, очень погибло много креветок. Сейчас они расплодились и целая куча креветок. И поэтому сейчас мне придется очень аккуратно делать прополку, чтобы лишних креветок не слить в унитаз. Буду очень аккуратно, буду все внимательно следить. Но в любом случае, мне кажется, все не устудишь, потому что сейчас я буду вытаскивать, как вы видите, растения, прямо пачками вытаскиваю. И как всегда, вместе с этими пачками вытаскиваются и креветки. Ну вот, повытаскивала целую кучу растений, поворовала все, что могла, все лишнее. Аккуратно почищу дно, потому что на дне также присутствует мусор. За полтора, там, два месяца, не помню, сколько не чистила аквариум, уже собралось много отмерзших растений. Эти растения во вьетнамке, и дно выглядит таким немножко грязным. Надо немножко его почистить. Напомню также, что подачу CO2 я подаю через брагу. Многие советуют делать на соде, но брага мне более привычна. Но все равно со временем надо будет купить установку CO2, чтобы просто не париться с этой брагой. Полола свой аквариум, сейчас хоть рыбам есть где плавать, если честно, заросшим мне он тоже нравился, ну просто я понимала, что уже еще немножко и рыбам уже негде будет плавать, сомикам даже некуда уже было таблетку бросить, чтобы они ее ели. Сейчас стало светлее, почище, почистила дно немножечко, так что сейчас уже вот такая картинка, очень даже симпатичная. Ну вот пока и все, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь и увидимся с вами, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания!